О перспективах социально-экономического развития Краснодарского края на двухстороннюю встречу говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. У Краснодарского края есть хороший потенциал. Есть действительно те точки, которые можно создать, сделать точками роста, нарастить возможности. Вообще мы в сравнении с другими регионами видим Краснодарский край как вообще одну, там, я бы сказал, в десятку входит регионов, который может иметь опережающий даже по сравнению со средними темпами роста развития. И вот этот потенциал нам нужно поднять. Надо разобраться, проанализировать. Собственно, значительная часть этой работы уже проведена. Мы думаем, сегодня мы как раз обсудим эти подходы. Мы сегодня привыкли к тем флагманам экономики, которые уже есть. Агропромышленный комплекс, курорты, транспортная составляющая, безусловно. Но я бы хотел акцентировать внимание на промышленность. Сегодня промышленность тоже может быть в Краснодарском крае очень активная. И мы сегодня, конечно, думаем над увеличением объемов промышленной продукции. И она должна быть, эти объемы, как минимум 2 раза увеличены. Только потому, если мы говорим, что сегодня мы должны максимально разогнаться. И вот это наше видение. В концепции тоже отражен промышленный стартап такой. И это очень важно, потому что сегодня нужно не только смотреть на Кубань как на житницу страны. Безусловно, она такой и останется. Но есть достаточно тех отраслей экономики, которые у нас где-то в тени. Вот я думаю, что настало время их выводить из тени. Настало время их делать пусть не выше, но где-то наравне с агропромышленным комплексом, современным агропромышленным комплексом. По мнению главы региона, диверсификация экономики сейчас одна из важнейших задач. Кстати, Алексей Кудрин лично принимает участие в разработке стратегии развития Краснодарского края.